это платье сапфир. И как вы уже заметили, мы с Леной выбрали сегодня для себя свой цвет. Но у нас для вас 5 цветов на выбор. Давайте знакомиться. Итак, мои дорогие, любите сладкое? Сейчас вы можете себе не отказывать в нем. Ведь на ваших экранах самый вкусный и самый прекрасный классический шоколадный цвет. Кстати, многие стилисты его считают именно классическим. Действительно, цвет, все цвета у нас очень красивые сегодня, как всегда. И мы едем дальше, и у нас следующий цвет – это брусника. Посмотрите, какой яркий, насыщенный цвет, и как осенью вам в нем будет красиво и приятно. Ну что ж, мои дорогие, мы хотим сказать, что у нас 5 цветов, и мы сегодня с Леной выбрали свой цвет. Я выбираю сегодня нежный сапфировый цвет, да, именно нежный, потому что он не темный. Мы привыкли, что он темно-синий, но, мои дорогие, посмотрите, какой он яркий. Вот мне даже кажется, что мои глаза стали синими. Обратите внимание на эту россыпь камней. Об этом я обязательно вам расскажу. И еще самое интересное, то, что вы сегодня выбираете платье, а покупаете сразу 3 вещи. Все секреты прямо сейчас в модной рубрике. Сереечка, я считаю, что ты сделала абсолютно правильный выбор. Этот цвет тебе действительно очень спасибо, идет. Спасибо, Леночка. Ну, а я тоже, конечно же, выбрала для себя это платье, не могла устоять. Я выбрала более сдержанный такой бирюзовый цвет. Он мне тоже очень нравится, и я чувствую себя просто роскошно в этом платье. Действительно, очень уютно и комфортно. Ну что ж, мои дорогие, вы заметили, что у Лены это платье. Обратите внимание, где оно заканчивается, чуть-чуть выше колена. А я выбираю сегодня платье сапфир, но ношу его как тунику с брюками. Кстати, эти брюки также появятся совсем скоро в нашей модной рубрике. И это брюки Милана. Именно эти брюки выбирает сегодня наша модель Люба. И обратите внимание на третий вариант, как вы можете еще носить платье сапфир. Внимание! Наше платье сапфир превращается в блузу. Итак, все секреты прямо сейчас в нашей модной рубрике. Кстати, я хочу сказать, что Люба выбирает сегодня для себя размер в размер 52. Ну, а Лена сейчас познакомит вас, как выгодно приобрести это изделие на Shop & Show. Конечно, милые дамы, потрясающе. Платье сапфир. И я хочу вам сразу сказать о самом главном. Это о цене, потому что только сегодня, милые дамы, платье сапфир. Ваша экономия составит целых 700 рублей, потому что сегодня вы сможете приобрести это платье по цене 2490 рублей. Платье, которое вы будете трансформировать, как это делаем мы. По своему усмотрению вы сможете носить его как платье, как блузку или как тунику. То есть фактически за эту уникально низкую цену вы получаете не одну вещь, а целых 3, милые дамы. Вот такой у нас сегодня для вас подарок. Ну что ж, мои дорогие, давайте посмотрим еще на 5 цвет. Его выбирает наша Ирина. Вот если вы любите классику, если любите более спокойную гамму, мы предлагаем вам в нашей осенней коллекции серое платье сапфир. И посмотрите, наша модель носит 48 размер и выбирает 48. В чем секрет этого платья? Вы видите эффект 2 в 1. Свободный блузон. Обратите внимание, как он богато украшен эффектом кружева. Ну и, конечно же, юбка-карандаш, которая будет вас обнимать. Все секреты я расскажу прямо сейчас. И, внимание, мои дорогие, еще раз обратите на размерную линейку от 46 до 60. Наша ткань эластична, ведь это ваше любимое трикотажное вискозное полотно. Посмотрите, сколько здесь места. И, кстати, еще раз напомню, что это платье вы можете носить как платье, как тунику и как блузон. Именно этот вариант сейчас демонстрирует вам Люба. И посмотрите, весь секрет заключается в том, что вы приподнимаете нашу юбку, и она, посмотрите, вот, спряталась здесь. При этом она утягивает ваши формы. Любань, я тебя разверну. Посмотрите, вот так вот, идеальный ровный животик. Ну а что нам еще нужно? Посмотрите, эта вещь еще и стройнит, милые дамы. Посмотрите, как здорово она смотрится на нашей модели с вот этими потрясающе элегантными джинсами. Милые дамы, вы берете вещь, которую сможете потом носить абсолютно с любыми предметами из вашего гардероба, трансформировать, меняться по своему усмотрению и по своему настроению. Обратите внимание, мои дорогие, это ваш любимый рукав летучей мыши. Что он нам дает? Посмотрите, сколько здесь свободы и сколько здесь места. Если у вас удвоенный размер, например, 52-54, и верхняя часть у вас 54 размера, именно за счет этой свободы платье будет сидеть идеально. И еще, посмотрите, как заканчиваются наши рукава. Здесь есть оригинальная манжета, которая выбрана тон в тон под наше платье. И благодаря этой манжете вы можете регулировать длину рукава. Вот так вот, обратите внимание, длина рукав превращается в вашу любимую длину – 3 четверти.
Света, вот как здорово, когда платье действительно можно менять. И я хочу еще раз напомнить про цену. 2490 рублей. Дорогие мои, как вы думаете, что я вам демонстрирую? Я демонстрирую вам удвоенную ткань. Именно из этой удвоенной ткани сшита наша юбка-карандаш. Что она нам дает? Она дает нам удвоенную утяжку. Ваши бедра будут вдвойне стройнее. Посмотрите, как тянется это эластичное полотно, а внутри еще есть эластичная лента. Вот где соединяется верх изделия и низ. Два в одном. Эффект блузы свободной и юбки-карандаш. И это платье сапфир.